чтобы этот уголок ты потом могла запеленать. Так. Теперь. Вот они у тебя две, ты завела. Вот. Дубль два учится пеленать. Ложишь вот так. Вот. Придавливаешь вот этот вот уголочек. Вот эти. Потом вот этот вот заводишь. Становишь коробка, а у ребенка нормально. И она свободно вот сюда. А вы учебный она вот ребенок? Да, да, да. Вот да. Тут она. Не надо ее будет. А вот верхнюю мне приносили. Вот так. Регинка, Регинка. О, правильно. А шнур вкуснее, правильно. Это мы ужинаем, да, Регинка? Твое имя? Значит, Арбан был первоклассным полицейским? Ну да. Как, ребята? Что касается совершенства, то его нет. Или это просто... Ешка. Ты же чмокаешь. Ты проснулась, зайка. Регинка, Регинка, ты проснулась. Котеночек ты мой маленький. Thank you.
сюда, пожалуйста, ложитесь. Регинка, Заинька. А вон, смотри, вон жираф. Так, пошли. Вон жираф. Привет, на котором. Ну, так, сейчас пойдем с ним. Посмотрим. А как он прорычал там дверь? Как он прорычал? Как он рычал? Покажи. Как он сказал? Вот так. Ну, пойдем. Куда? На жирафа пошли. Ну, ходи, там выбор не будет, да? Регинка. Ты за вам, снимай или не снимай. На твое дело знаешь, что делать. Скорее беги туда. Жираф, прыгай, бегом. Пап, давай вперед ребенка. А папа не успеет. Скорее, скорее, скорее к жирафу. Быстро. Привет. А ты взял, куда она присмотрит? Вот это здорово! Чего ты такое делаешь? Регина, а ты прыгай! Регина! Смотри, смотри. Дядюшка. Как дядя пугает. Покажи, как дядя пугает. Дядя, вот так он вот пугать хотел, да? Ой, боже ты мой. Ой, ой, молодец. Ой, как дело будет? А мне ой, молодец. Ой, деловая колбаса. А, да, деловая. Кассетку дай, да? А вот. Знаете, да. Это наш комсомольский мусор. Вот они не знают. Даже дом, Регина. Даже дом. Наверное, выпью я сегодня чаю, да? Скажи, папа. Папа, скажи. Баба. Дядя. Мама. Дядя. Баба. Баба. Оля. Оля. Олег. Катя. Катя. Оля. Оля. Дом. Катя. Вода. Вода. Пит, скажи пит. Делай. Смотри. Что папа делает? А? Что папа делает? Кто там? Никита, зови бабушку в гости. Бабушка, идем, идем. Это бабушка, теперь. Где бабушка? Пойдемте, пойдемте. Бабушка. И, да. И бабушка да. Эльза. Да. Пойдемте в гости. Солнце нет. Это сейчас все будет мое. Родневушка, вперед. Ай, ой, оп, а ну сюда. Оп. Оп. Все забрал. Оп. А что, перец, что ли, будешь? На вот тебе цветочки. А, нет, давай арбуз у тебя держу. Да, арбузик, на, поешь арбуз. На, иди. Арбуз, да, поешь арбуз. На, как ты арбуз? Ой, молодец, ой, Регина, молодец. Папа! Регина! Закрывай его, Регина, закрывай, закрывай. Закрывай его, закрывай. Бай-бай, Барсик, бай. Закрывай его и скажи, Барсик, Регина. Регина, закрывай. Молодец, скажи, Барсик, где Барсик? Бар... Нету Барсика. Открывай. О, вон оно. Рот поширше открывай. Сейчас все эти же клиенты вот стремились в президенты. Господа, вот так мы движемся куда? Хорошо еще, друзья, что гармония у нас своя.
второе. Грибочек Региночки, грибочек Полиночки. Кушайте, девочки, кушайте. Ой, какая картошечка, какое вкусное пюре. Вилочку берем аккуратненько. Кушаем, давай я вот так поверну тебе, чтобы удобно было. Кушаем. Икра какая вкусная, можно с хлебушком, Полечком. Возьмите хлебушек, бери хлебушек. Бери, Региночка, хлебушек. Какая вкусная икра. И огурчик здесь, и петрушечка, и укропчик, и горошек. А какие грибочки красивые. Тарелочка. Покушали, Полечка, да, Региночка? Да. А что нужно сказать? Спасибо! На здоровье! А теперь... А какой праздник у тебя? День рождения? Да, день рождения. День рождения. А сколько тебе исполнилось лет? Давай посчитаем. Я побежала пальчики гулять. Три пальчика вышли гулять, да? Да. Вот и хорошо, 3 годика тебе, значит. Да. Давайте встанем в кружок. Резинку поставим в серединку. Серединку ее, потому что у нее день рождения. Она взяла платьице. Танечка, пойдем с нам поможешь. Нас деток мало уже забрали. Давайте. Как на Регины. Кружись тоже, Региночка. Именины испекли мы каравай. Показываем. Вот такой вышины, вот такой нижины, вот такой ширины, вот такой ужины. Вот как хорошо, ой, как красиво сразу на тарелочке встала. Вот, угощайся. Молодец. Снег. Снег грузится, белится улица. Собрались мы в кружок, собирались как внизу. Урочка пришла, всех цыпляток собрали, ребята. Молодцы, спасибо, хорошая поцеловала, хорошо. Относи. А что круг у нас хороший есть такой вот? Подвижный круг. Еще я тебе покажу. Видите, выйти по дорожке, наступать на зелененькую. Нельзя полосочку, только нужно по дорожке идти, хорошо? И возвращаться так же. Поможешь, зайчик? Иди, моя хорошая, иди, вот. Иди, иди. Нет, по дорожке, Региночка. Дальше по дорожке, где дорожка? Дальше, наступай. Дальше, дальше, вот так. Еще. Не спеши, не спеши. Вот, смотри, вот зайчик живет. Вот. А теперь вот смотри по дорожке, девочки, обратно возвращайся. На башнюрчики наступай. Вот так, так, так. Пошли. Вот так по дорожке. Сюда, сюда, сюда. Молодец, молодец. Вот сюда. Там пусть живет, да?
Ну ладно, пусть здесь живет зайчик такой. Помогла ему, да? Помогла? Спасла его? Подарки ждут. Мы тебе тоже подарок дома приготовим. И про такое же нужно дарить даже мне. А не скажи. Прошения какие-нибудь, да? Ты сама угадаешь. Поверни, скажи всем. До свидания. До свидания. Спасибо. Приходи завтра, будешь в окошечко где-то угощать других, которые придут. Хорошо? Мы оставим конфетки, завтра будем еще играть. А тут только и зайчик, хорошо. Вот молодец, вот умница. Ну все, моя хорошая, до свидания. Спасибо, сказала? Сказала, все, пожалуйста. Спасибо. Все, пойду. Спасибо. Поздравить тебя с днем рождения. Тебе сегодня исполняется 3 годика. Мы хотим сначала подарить тебе большой-большой подарок. Потом маленький. Какой большой подарок? Ты будешь рада, да? А будешь маму слушаться с папой, если мы тебя подарим, да? Ну вот Оля тебе хочет подарить что-то. Надо было на стул поставить. Или до Олечки, и да, маме на стул. На стул ее поставь. Оль, повернись сюда. На стульчик иди сюда. Держи. На стул ставь. Спасибо. Повернись вон до папы. Поцелуй Олю, поцелуй. Посмотри. Целую Олю. А это мы с дедушкой тебе дарим туфельки. Да. Да. Ты рада? Да. Точно да. Рада? Не боюсь. Поворачивай, не я тебя не ружу, что ты боишься? Ты точно рада? Да. Есть, а о больших подарках ты не мечтала? На, держи, туфли тебе. Регина, тебе этого не мало? Регина, еще хочешь подарок? Еще хочешь, или уже хватит подарков? Да, хватит уже. Молодец. Ну, если ты такая скромненькая, тогда мы тебе еще подарим один, ладно? Где держу, Ой, давай. Что-то здесь тебе хочется. Давай пока положим. Подарить. Давай пока ну, положим. Посмотри, что там. А я что такое? Регина! Ой-ой-ой. Давай поставим это пока. У тебя руки хватит. А мы с дедушкой тебе подарим маленькую конфеточку еще. Можно? Вот это да, Регина! Давай, Надя, давай поцелуемся, да. Давай. Поцелуем бабушку и дедушку. А ты не бойся, я тебя беру, давай. Давай. Здоровья тебе, зайка. Дедушку целуй. Саш, может, ты скажешь? Ай, бог ты мой, все. Я не умею говорить. Не бойся, я стою рядышком. А вы говорите. Все. Ну, давай. Thank you.
Вот мы и решили покататься. Вот наша лошадка. Не-не-не, на крайний садись. Регина довольна, она так хотела покататься на лошадке. Да. Регина в восторге от... Да. От того, что она на карете катается. Регина... Там Морган Круз. Сейчас будем кататься на кораблике, да, Регина? Да.